Ты знаешь, где ты 31 декабря будешь? Нет. Так, 31 декабря. Вы знаете, в последнее время 31 декабря я отмечаю на работе. Где ты будешь 31 декабря? На работе. Мы все очень разные. Где ты будешь 31 декабря? Дома. У нас разные приоритеты. Работать буду. Вы знаете, где 31 декабря проведете? Да. Дома. И разный образ мыслей. Где будете 31 декабря, знаете? В Москве. В мире не так много вещей. Новый год, я и праздником-то не считаю. Которые значат для нас одно и то же. Новый год где ты встретишь 31 декабря? Дома. Ну, конечно, в кругу семьи. И тем не менее, они есть. Я 30-го вылетаю из Санкт-Петербурга, 31-го я буду здесь. На Новый год где будешь сидеть? Ну, дома. С наступающим Новым годом! С Новым годом, друзья! Что нажелаешь?